В День защиты детей ребята в разных регионах страны взялись за руки и встали в дружные хороводы. К ежегодной акции присоединились и в Омске. Всех желающих мы объединяем в один дружный хоровод, приветствуются, где есть какие-то национальные костюмы с колоритом именно той местности, в которой проживают ребята. И обычно каждый год поется какая-то детская песня. В День защиты детей я сегодня пришел сюда, потому что здесь состоялась хоровод дружбы. Такие акции, которые проходят, они объединяют детей, и они могут общаться с разных городов. Напомним, что всероссийская акция «Самый дружный хоровод» прошла в Омске в третий раз. По инициативе Оргкомитета программы «Тетрадка дружбы», а также регионального министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и молодежного центра. Многие из тех, кто в этот день встал в хоровод, участвовали в конкурсе и создавали свои творческие тетрадки. «Тетрадка дружбы» – это вообще замечательный такой проект для всех детей с 1 по 11 класс. Наши ребята в городе Омске участвовали в нескольких проектах. «Тетрадка дружбы», объединяя детей, «Планета Земля». Мы играли с разными командами, ребята рассказывали о своем городе, о своей команде и отправляли тетрадку в другой регион. Ребята получали эту тетрадку, получали задание от команды, соответственно, и выполняли это задание. И потом Пермь оценивала, чья тетрадка оказалась наиболее интересной. Вот у нас играло 4 команды из города Омска, 2 из них из Иркутского и Москаленского района, все правильно, вышли в финал. И их пригласили на конференцию в ООН в Женеву летом, которая состоится. Мы с командой участвовали в акции, делали тетрадь, рассказывая про свой город, про себя. Вот. Интересные какие-то факты. Вот. Этот конкурс, он был международным, проводился под слоганом «Все дети планеты хотят дружить». Там запомните вот как на определенную тематику. Как хочешь, так и запомняешь. Какие-нибудь рисунки, клеишь наклейки, картинки. Как воображение, на что способны. Показываешь себя, там, свои возможности, как ты рисуешь и так далее. Завершился красочный флешмоб в химике запуском бумажных голубей с призывом дружить. Сиди!